Всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Сегодня я и моя помощница затеяли новую распаковку. У нас она ассорти распаковка. Здесь у нас разные шоколадные яйца, в основном Kinder Surprise, и одна коробочка Super Pets. Я думаю, с нее, пожалуй, мы и начнем. В коллекции есть 10 игрушек. Вся коллекция. Как выглядит? У нас уже есть порядка 7 игрушек. Есть часть, нету. Посмотрим, кто нам попадется в этот раз. Если вы не помните, сейчас я вам покажу. В наборе идет сама игрушка. Наклейка вот такая. Вот она у нас во всех коробочках всегда одинаковая. И идет большая мармеладка. Вот такая вот мармеладка. Мне вот вы можете говорить, что она уже увидела, ей кажется, там белка. А, да, пакетик прозрачный. Ну, здорово, у нас белки не было, сейчас я покажу ее поближе. Открываем пакетик. Видимо, дырочка, потому что белочка дышала. О, да, это питомец зеленого фонаря. Вот такая вот белка. Такой шикарный хвост. Твердый пластик. Давайте посмотрим. В каждом есть вкладыш. Зовут белку Чип. Пугливый бельчонок Чип. Вот такой вот очаровательный. Не знаю, мальчик или девочка. Ну, вот Чип. Чип сегодня открывает нашу распаковку. Ну что, думаю, дальше начнем с киндеров. Киндер Плейду. Со слоником. Больше 80 игрушек в серии. На самом деле, я люблю больше серийные игрушки. Киндеры, вернее, типа Леди Баг. По крайней мере, знаю, что там ждать. Я не очень люблю сборные игрушки. Кто помнит киндеры из 90-х? Я помню, они были шикарны. Но, говорится, вот, здрасте, приехали. Вот, как я и говорила, сборная игрушка. И посмотрим, что нам попалось. Нам попалась машинка. С обратной стороны нет всей коллекции. Переходите, называйте через скрин. А здесь видно, как собирать игрушку. Да. Вот такая вот машинка получается. Она ездит. Я думаю, мальчишки оценят. Так, берем следующий киндер. Я не знаю, есть ли в этой серии цельные игрушки. По-моему, нет. Так. Избавляемся от шоколада. О, здесь, смотрите-ка, игрушка. Вот такие вот какие-то. Значит, в пакете. О, это ракета, видимо. Ракета, сейчас посмотрим. Это из серии астронавтов. Вот такая вот ракета. Вот такая вот ракета у нас получилась. Мы приклеили космонавта. И вот внизу огонь, что летит. Такая вот ракета. Дальше. Следующая игрушка. Пока эта серия больше такая для мальчиков, я смотрю. Сейчас посмотрим, будет ли хоть одна девчачья игрушка. О, судя по цвету, что-то на девчачьем. Куча фиолетового. Так. Ой. Так, смотрите, это динозавр. Фиолетовый. Вот такой вот а-ля дракон получился. Здесь нужно еще приделать крылышки. И он на палец. На самом деле, еще раз подтверждаю, игрушки Пуфло в коллекции Play-Doh с слоненком. Ребенок в восторге, а я как исполнение еще что-то. Я вообще, мне кажется, никакого удовольствия в игре. Игрушки постоянно распадаются, держатся плохо. Ну... Сборный. О, наш главный
Сборщик тоже недоволен. О, здесь прямо еле открывается. Пожалели. Шоколада, видимо, так оно сильно влипает. Лицо. Так, слава богу, последняя игрушка. Больше мы эту серию покупать не будем. Мне абсолютно не понравилась она. И больше нервов на сборку, чем удовольствие от игры. Нам попался такой вот робот-лыжник. Вот такой вот лыжник нам попался. Наклейка приклеивалась плохо, поэтому он у нас без наклейки, зато ездит палочки. Так, ну что, Леди Баг. Тут мы хотя бы знаем, что будет игрушка, а не какая-то херня. Простите за мой французский. И нам попалась. Да, повторка у нас уже такая есть. Это, как ее зовут, Леди Орел. Не знаю, как правило она. Мы ее собирать не будем, она нам не нужна. Мы лучше откроем последнее яйцо на сегодня. Это новая серия с котенком Криспи Ки. Здесь у нас игрушка. Ну, котенок вот такой вот красненький. Вкладыша нету, но я уже такие игрушки где-то видела в какой-то из серий. А из сладкого здесь не шоколад, здесь идет вот такие вот а-ля M&M's Crispy. Ну что, подводим итоги нашей распаковки. Вот такое вот количество шоколада мы получили. И вот такую вот серию игрушек. Все, кстати, практически в красном цвете. Ну, будем считать, что это новогоднее. Подписывайтесь на наш канал и ждите следующую распаковку. Всем пока!